Всем привет! Вы на канале Hardrest Info, и сегодня мы вам расскажем, покажем, как пригласить пользователя в Meet в приложении Google Meet. Итак, мы открыли приложение Google Meet, нажимаем на кнопку «Встреча», «Вызов». После этого, например, вы уже создали встречу, вы присоединились к этой встрече, зашли туда. И тут у нас сразу есть кнопочка, как пригласить других участников. Мы просто либо копируем ссылку и вручную отправляем любой мессенджер нашим друзьям, людям, кого хотим пригласить, либо же нажимаем на кнопочку «Пригласить», и здесь уже будут у вас отображены чаты, например, там какие-то предложения, мессенджеры, в которых вы можете отправить ссылку на, ну, пригласительную ссылку на этот Meet. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hardrest Info, и до новых встреч!